Божьи слова на каждый день. Мало того, что те неразумные и надменные люди не старались изо всех сил и не выполнили свой долг, но они еще и протягивали руки к благодати, как будто просили заслуженное. И если они не обрели того, о чем просят, то эти люди становятся еще более неверующими. Как таких людей можно считать разумными? Вы низкого уровня и лишены разума, полностью не способные исполнить тот долг, который вам надлежит выполнить во время работы управления. Ваша ценность уже резко упала. Ваша неспособность воздать мне за такую благосклонность, проявленную к вам, это уже акт крайнего бунтарства, достаточный, чтобы осудить вас. И он демонстрирует вашу трусость, некомпетентность, низость и ничтожность. Как можете вы при этом осмеливаться по-прежнему простирать свои руки? Вы не способны даже в малом содействовать моей работе, не способны предаться своей вере и не способны оставаться настойчивыми в свидетельстве для меня. Это уже ваши проступки и неудачи. Но при этом вы нападаете на меня, говорите ложное обо мне и сетуете, что я неправедный. Это ли составляет вашу верность? Это ли составляет вашу любовь? Какую еще работу, помимо этого, вы можете выполнять? Вы внесли вклад во всю ту работу, которая сделана. Сколько вы потратили? То, что я не возлагаю на вас вину, уже акт великой милости. Однако вы все еще бесстыдно предлагаете мне оправдание и втихомолку ропщите на меня. Есть ли в вас хоть малейшее проявление человеческой сущности? Хотя долг человека и испорчен человеческим разумом и его понятиями, ты должен исполнять свой долг и придерживаться своей веры. Примеси в работе человека – это проблема его уровня, в то время как если человек не выполняет свой долг, это показывает его мятежность. Нет взаимосвязи между долгом человека и тем, благословен он или проклят. Долг – это то, что человеку надлежит исполнять. Это его необходимая обязанность. И он не должен зависеть от воздаяния, условий или причин. Лишь тогда это исполнение своего долга. Человек, который получил благословение, наслаждается благостью от того, что после суда он сделан совершенным. Человек, который проклят, получает наказание, когда его характер остается неизменным после обличения и суда, то есть он не был сделан совершенным. Как сотворенному, человеку надлежит исполнять свой долг, делать то, что надлежит, и делать то, на что он способен, вне зависимости от того, будет он благословлен или проклят. Это самое фундаментальное условие для человека, как того, кто ищет Бога. Ты не должен исполнять свой долг только для того, чтобы получить благословение, и ты не должен отказываться от действий из-за страха быть проклятым. Позвольте мне сказать вам кое-что. Если человек способен исполнять свой долг, это значит, что он выполняет то, что ему надлежит делать. Если человек не в состоянии выполнить свой долг, это показывает бунтарство человека. Всегда именно через процесс выполнения своего долга человек постепенно меняется, и именно через этот процесс он демонстрирует свою верность. Таким образом, чем более ты способен выполнять свой долг, тем больше истин ты получишь,
И кроме того, твое проявление станет более реальным. Те, которые, исполняя свой долг, делают это неискренне и не ищут истину, будут в конце отсеяны, ибо такие люди не выполняют свой долг в реализации истины и не практикуют истину в исполнении своего долга. Такие люди – это те, которые остаются неизменными и будут прокляты. Не только их проявления являются нечистыми, но то, что они выражают, есть не что иное, как нечестивость.